Ну, рассказывай зрителям, куда путь держим? Мы едем на пляж, который называется Арагуску. Очень-очень красивый пляж, там широкая береговая линия. И он особенный, потому что там на берегу обитают морские черепашки. Выгрузились, идем на пляж. Вон в той стороне черепашки, вон там. Какой песок здесь красивый. Ну все, черепашек увидели, рыбок посмотрели. Теперь немного порелаксируем. Да. Мила порелаксирует на своем круге. Ну, по очереди можно. Да, и можно потихоньку ехать, двигать, да, да, кушать рыбку, которую Мила нам сегодня наловила. Да. Сейчас мы по-настоящему открыли сезон. Да. Сколько мы уже пробыли в воде? Часа три. Ну, как минимум. Теперь. Так, ну, наплавали аппетит. Пойдем. Дальше мы пойдем кушать то, что мы сегодня наловили. Вот об этом в другом видео. Ну все.